году, в 2020-м, у нас проводятся теперь уже традиционные 4-е международные соревнования и даже этап Кубка мира по зимним видам ездового спорта. Это гонка на собачьих упряжках. В 2017 году мы впервые рискнули, пригласили сюда наших спортсменов, спортсменов соседних государств, для того, чтобы попробовать нашу трассу, нашу лыжню, наше гостеприимство. У нас очень много зрителей, у нас все воспринимают это как продолжение Нового года, когда спорт соединяется с хорошим настроением. Это международные соревнования, этап Кубка мира. Вот. И у нас благоприятствует этому и климат, и природа, и наша неплохая организация, и, нужно сказать, особое усердие и Тотемского района, и позиция губернатора, который поддержал это мероприятие. И оно с каждым годом приобретает все больше популярности и все больше участников.